встает, это уже не рядом. Если у вас поводок уже в левой руке, то вы работаете так, что поводок в левой руке. Здесь в зале можно уже выпустить даже вот так поводок, чтобы он не мешался ни вам, ни собаке. Начинаем двигаться. Если собака отстает или уходит вперед, или увеличивает интервал, это уже не рядом. Начинаем двигаться. Руки отпустите.
опустите и на него не смотрите, не двигаемся по собаке. Опять от собаки пошли. Потихонечку. Остановитесь. Отвернитесь и уйдите. Нет поворотов от собаки. Нам нужно увеличить расстояние от собаки. И лапы нужно, чтобы вернуться. Здесь вы работаете над тем, что когда вы его позовете, он бежит к вам. Но вы здесь подключаете короткие руки в помощь. Чтобы не было такого, что вы его зовете, он на вас не обращает внимания. Чтобы было это, когда вы его зовете, он бежит к вам. Угу. Если не бежит, то руки сначала. Вот. Поводок провисит, сразу лапы. Снова не обращаем внимания, отворачиваемся от собаки. Давайте 4 повторения сделаем. Когда вы быстро ходите, он пытается бежать за вами. Можете в новое место куда-нибудь перейти, чтобы он отвлекся. И лапы, смотрите, запутаны. Лапы запутаны. Надо, чтобы были распутаны лапы. Кличка. Кличка. В самом начале называйте сначала кличку, а потом положительные эмоции. Давайте. Хорошо. Вот, ладно, замечательно. Также можно в другой конец зала уйти, чтобы он снова отвлекся. Кличка. Бер, скрыть. Смотрите, в самом начале, когда вы сказали бер, должно быть хотя бы 2 коротких рывка. Либо сейчас была, смотрите, ситуация, вы сказали, произнесли кличку, у вас хвостовод настолько провисший, что вы отбегали какое-то время, не было рывков, отдыхается, не обращает на нас внимания, идем, двигаемся. Бег! Скорее-скорее! Супер! Хорошо! Молодец! Опять лапы распутали, точно так же. Давайте попробуем. Все.